культурного и смотрового кабинета. Экологи Коми призывают жителей не рубить елки, а наряжать их во дворах и парках игрушками из натуральных материалов. Сегодня напротив здания администрации Эжвинского района столицы появилась именно такая елка. Любовь Лапина поддержала зеленую инициативу. Вот такими игрушками сегодня украшали елку. Фрукты во льду, разукрашенные шишки, гирлянды из сушек и кукурузных палочек. Идея на самом деле довольно простая, но очень эффектная. Даже эжвинский глава не удержался и присоединился к детям. Сам создал вот такие елочные украшения. Не получилось, может быть, лед прозрачный сделать, но это первый опыт такой. А в следующем году мы будем повторим и сделаем еще больше таких красивых игрушек. Инициатором акции стал местный детский сад номер 13. Здесь объявили конкурс «Мастерская Деда Мороза». Родители и дети сразу же откликнулись. Каждая семья сделала свою коллекцию елочных игрушек. В ход пошло все натуральное, а также вторсырье. Уже ненужные в быту крышки, пластиковые бутылки и стаканчики. Этой акцией мы хотим сказать, чтобы люди не рубили елочки в лесу, чтобы они сохраняли, потому что это экологично, пусть это просто символично, да, по большей части, но это формирует экологическое мировоззрение. Но самое главное, практически все поделки, по сути, кормушки для птиц. Семечки, сухари и сушки, голуби и воробьи начали клевать сразу после того, как елка была украшена. А вот ближе к весне пернатых ждут те самые фрукты, которые пока заморожены во льду. Следующий год объявлен президентом годом охраны окружающей среды, то, безусловно, нужно уже сейчас обращать внимание и менять именно отношение людей к тому, что мы делаем. Не просто не рубить елки, а, может быть, стараться даже, ну, как-то не наносить или минимизировать вред природе. Ну, вот, может быть, подобными игрушками, да, мы будем менять вот постепенно отношение людей к вопросам охраны окружающей среды. Организаторы уверены, акция не пройдет незамеченной, к ней обязательно присоединятся жители других муниципалитетов. Вот так же украсить ели они вполне могут во дворах своих домов. Любовь Лапина, Владимир Шишко, телеканал «Юрган», Эжвинский район.